Самая лыжная гонка Ивановской области. Фурмовская лыжня 2017 приняла более 400 спортсменов не только из нашего региона, но и из Ярославля, Костромы, Владимира, Рязани. А те, кто не встали на лыжи, пришли просто погулять, покататься на ватрушках и поесть вкусной солдатской каши. В этом году трасса, можно сказать, идеальная. Она ведь готовилась с первых дней, с сентября месяца, с первого снега ее укатывали. Все готовили. И в заключение, в четверг, был ретрак, который нам подвел все итоги. Трасса 5 метров ширины, она вся прокатана, спуски прорезаны и очень жесткая. Кто не приезжал, нас никогда не жаловался на наши трассы. Трасса сделана на высоком уровне. Лыжне все возрасты покорны, однако дистанции все же разные. Самая продолжительная 30 километров для мужчин 98 года рождения и старше. Самая короткая 5 километров для девушек и женщин-ветеранов. Эти вообще очень страшно. Первый раз все-таки подъемов, говорят, много. Сложно будет. Но надеемся, все будет хорошо. Особенно гордятся мероприятием жители Фурманова. Гонку проводят уже 52-й раз. Первые старты собирали 30-40 человек. Сейчас счет идет на сотни. Приезжают из всех городов люди, даже из дальних городов. Вот, и почти каждый день сейчас тут. А Фурманов любят это? Да, здесь постоянно собирается больше, ну, много народа. Первый забег называется «Гонка здоровья». В нем участие принимают все желающие, от мала до велика. Настроение отличное. На лыжах, как говорится, с детства встаю. Но сегодняшний наш замечательный праздник уже не первый год проходит. Если вы в курсе, он уже больше 50 лет ему на нашей территории. Это знаковые события. Естественно, мы все в лыжне, на лыжне, все со здоровый образ жизни. Губернатор Павел Коньков после открытия мероприятия признался, что и сам не прочь испытать фурмановскую лыжню. Буду готовиться для участия, ну, как минимум, в гонке здоровья. Первую дистанцию в 5 километров быстрее остальных проходит Ирина Сбитнева из Шуя. Лыжами девушка занимается 7 лет, но эта гонка далась ей нелегко. Соперница из Кинешмы тоже претендовала на лидерство, но все же пришла второй. Один подъем, я шла первой, другой она. И так вот мы боролись. Потом, в конце, в самом последнем подъеме, я вышла первая и оторвалась от нее. Было очень тяжело. Довольно? Довольно, конечно. Победители получили медали, кубки и ценные призы от спонсоров. В самой длинной дистанции на 30 километров первым стал спортсмен из Костромы Сергей Артамонов. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Фурмановский район.